Магазин 2021. Виталий, скажите, пожалуйста, как прошел у вас 2020 год и какие планы на 2021? В 2020 году мы активно развивались. Открыли в 2021 году, в феврале, еще один магазин. Вот. Ну, в 2021 еще планируем как минимум открыть два. Вот. Будет формат «Фасоль 2.0». Скажите, а вот с изменениями 2020 года, вот сейчас ваша покупательская способность вернулась уже к тем же объемам или еще все-таки вы ждете как-то увеличения продаж? Ну, пока еще я бы не сказал, что увеличилась покупательская способность с тем же объемом, который был до пандемии. Ну, в 2021, я думаю, то, что увеличение продаж, оно будет само по себе как бы автоматически. Если отменят у нас все санкции на коронавирус. Мы тоже надеемся, что все-таки все отменят, и наконец-то мы вернемся в ту жизнь, которая у нас была. Друзья, новые эксперты, оставайтесь с нами, не переключайтесь.